Здравствуйте, сегодня будем архивироваться. Я до Нового года, в принципе, выкладывал видео. Но я не знаю, кто видел, кто не видел. Но надо повториться, так как у меня этого видео нету. Это чтобы ваша архивация была. Все ваши драйвера, все ваши документы, система, ну все, что у вас на диске C есть, мы сархивируем сейчас. Это у вас будет счастливый билет в, как сказать, в будущее, например, чтобы у вас не было никаких конфликтов и вы могли в любое время восстановить резервную копию. То же самое вот написано. Это везде семерка, восьмерка, в любой. Здесь есть выключено, но в принципе никогда она не выключается. Просто архивировать данные. Все, поехали. Я отключусь, включу, когда закончится. Да, в принципе это там определяет, когда и где. Я вам покажу, где будет. Ну, то в принципе можно изменить архивацию, сделать на тот диск, который у вас свободен. В принципе, система выбирает сама. Ну, вот, в принципе, и все. Чтобы не обновлялись ваши, например, дальше косяки какие-нибудь будут, пусть она у вас постоянно отключенная будет. Вот. Потом, когда захочете то же самое сделать, когда еще документы появятся или какие-то программы, чтобы потом их восстановить можно было по новой, просто включите, архивируйте. Только перед этим надо будет обязательно проверить через административную строку, ну и все остальное. Почистить и жесткий диск привести в порядок, чтобы восстановить. Ну и все, в принципе. Пока, всем до свидания. Подписывайтесь, не стесняйтесь, пишите. Пока. Да, совсем забыл показать, что это архивация произошла на диске Е у меня. В принципе, ну, как бы она сама определяет. Ну, вот она папка, вот она папка, вот она. Ну, все, в принципе, до свидания.